Садака, уважаемые братья и сестры, это великий далили аля иман аль-абд, то, что у человека есть иман, куватул якин, то, что у него есть убежденность. Хусну дзанну би раббиль аламин. Человек думает хорошо об Аллахе. То, что я дам, не думаю, что все пропало. Вернется, Аллах богатый, Аллах щедрый, субхана ва тааля. Аджрухума инда Аллах, инда раббихим. Наша награда у Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. В этот момент, когда человек дает, йастали аля назгъ ашшайтан, возвеличивается над кем? Над наущением шайтана. Почему? Потому что шайтан яидукуль факр. Шайтан обещает нищету. Валлаху яидукуль магфира минху афадла. Аллаху асиун алейхим. Аллах субхана обещает магфира прощения. Аллах обещает субхана ва тааля богатство. Поэтому мы должны давать не из того, что нам не нужно. Часто бывает, когда человек гардероб открывает, так это я не ношу, я и ношу садака. Не. Лан таналуль бирра хатта тунфику мимма тухиббун. Вы не станете полностью благочестивыми, пока не будете отдавать, что вы любите. Из того, что вам самим нужно, вот с этим ради Аллаха, субханаху ва тааля, ты должен пожертвовать. И как мужчина, в чем проявляется? Когда у него есть деньги, и он может легко с ними расстаться. Если нужно расстаться ради Аллаха, субханаху ва тааля, для семьи, для близких, для этого, он легко расстается. Вот это есть именно далиль, аннаху раджаль, аннаху раджуль, то, что он мужчина. И в конце, помните, кисса Али ибн Аби Талиба, когда он заработал что-то, купил муку, они были постящимися своей супругой Фатима, радаллаху анху, и приготовила она на ифтар лепешку. Аллах, субханаху ва тааля, приготовил, то есть сами джава, они сами голодные, постились целый день. Проходит мискин, бедный, он отдает ему эту лепешку. Опять готовит вторую лепешку, ятим, проходит сирота, отдает ему. Асир, проходит заключенный пленник, тоже нуждается. Ему отдали, им ничего не осталось, кроме как на ифтар вода. И Аллах субхана ва тааля удивился и ниспослал аяты в сурате Аль-Инсан: وَيُطْعِمُونَ عَلَى حُمْبِهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَيُطْعِمُونَ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. То есть они говорили, что мин хубби, то есть они из-за любви дают, يُطْعِمُونَ, дают кому? Мискин, бедному, ятим, сироте, асир, пленнику. И что после говорит? Иннама нутаимукум ливаджхилла. Мы вас ради Аллаха субхана ва тааля кормим. Ради Аллаха даем. Ля нуриду минкум джаза. Не хотим, чтобы нас поблагодарили. Некоторые дают, хочет, чтобы мы сказали спасибо. Какое-то официальное письмо написали. То есть нет, не хотим ничего. Валя шукура. Не хотим от вас каких-то благодарственных слов. Иннама нутаимукум ливаджхилла. Мы даем это ради Аллаха. Поэтому верующий человек. И что после этого Аллах удивился? И что сказал? Джаннатан бима сабару. Им награда джанна на рай за то, что они проявили терпение во время ифтара и дали ради Аллаха субхана ва тааля более нуждающимся. То есть отдалилась бухль, шух, и сердца очистились от жадности, от скупости. И верующий человек, какой он должен быть? Это правило жизни. Каждый из нас должен по отношению к себе употребить это, братья и сестры. Когда ты даешь что-то ради Аллаха субхана ва тааля, забудь про это. Все, ты ради Аллаха дал, забыл. Но когда тебе сделали добро, никогда не забывай. Никогда не забывай, будь благодарным. Мен ля йшкуру нас, ля йшкуру Аллах. Тот, кто не благодарит людей, это человек не благодарит Аллаха субхана ва тааля. Прошу Аллаха, чтобы он дал нам янфа'ана бима сами'ана, чтобы Аллах дал нам пользу из того, что мы слышали, чтобы Аллах субхана ва тааля дал нам всем, я не скажу миллиарды, потому что это маленькая цифра, еще больше бигайри хисаб, возможность расходовать на пути Аллаха субхана ва тааля, чтобы это плоды этого, как семь колосьев, мы увидели в судный день. Уджазакум ллаху хайран, ва саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.